I'd like to remind you that no theology has ever been developed in a vacuum. А для начала я хочу сказать, что никакое богословие не развивается в вакууме. That is, I should say, no theology that really has any practical meaning to the person who's trying to understand the meaning of life. Я хочу сказать, что никакое практическое богословие, то есть богословие, которое приносит практическую ценность для человека, желающего понять смысл жизни. Christian theology in particular was not created in the scholar's study. Особенно христианское богословие, оно не рождалось в кабинетах богословов. Rather, it was hammered out on the anvil of history. Это богословие выковывалось, можно сказать, на протяжении истории. Remember that word I put on the board yesterday? Heilsgeschichte. Помните, вчера на доске я писал слово Heilsgeschichte? There is a history to salvation. То есть история спасения, и у спасения есть история. Not that salvation has changed over the years. Естественно, что само спасение не меняется на протяжении истории. But our understanding of how God saves us through Jesus Christ. Но наше понимание того, как Иисус Христос спасает нас в различные периоды истории, has been developed in the annals of history. Лучше развивается и пополняется новыми сведениями. So the theology, the form of theology takes, поэтому ту форму, которую приобретает богословие, is determined to a large degree, очень часто определяется следующим: by the needs, concepts and language of the society in which it finds itself. Итак, форма богословия определяется чаще всего потребностями общества, а также теми концепциями и языком, которым они руководствуются. That means that hopefully our theology, our understanding of biblical truth will be based on what the Bible teaches. Я надеюсь, что наше с вами богословие будет основано на том, что говорится в Писании. However, the aspects of biblical teaching that we might emphasize the most are those aspects that have the strongest influence on our lives here. Но с другой стороны, мы можем особое внимание уделять каким-то конкретным аспектам богословия, и все это зависит от того, что играет наибольшую важность в нашей личной жизни, в том обществе, в котором мы живем. And I find that when I travel to different parts of the world, когда я путешествую по разным странам мира, even though I may be in theological agreement with the people I am teaching. А даже если у нас нет богословских разногласий со студентами, с тем, кому я преподаю, there are still different issues and different emphases. Все равно существуют некоторые вопросы, какие-то проблемы, по которым мы мыслим по-разному. For example, например, when I go to China, когда я бываю в Китае, I find a very strong emphasis among Chinese Christians. Я вижу, что христиане, китайцы очень большое ударение делают на следующем. On the subject of enduring hardship and suffering. Они очень много внимания уделяют учению о терпении и о необходимости преодолевать страдания. Why? Почему? I think it's very obvious. Я думаю, что ответ очевидный. Chinese Christians have had and are still having to endure much suffering and hardship. Потому что христианам в Китае до сих пор приходится проходить через гонения и приходится им страдать. And so they're trying to come to terms with what it means. Поэтому им необходимо для себя определить, что это значит, что такое гонение, что такое страдание. To suffer for the Lord. И что значит пострадать для Господа. When I go to Korea, когда я посещаю Корею, I find a tremendous emphasis on prayer. Я вижу, что верующие в Корее особое ударение делают на молитву. Korean Christians arise every morning at 4 o'clock, 5 o'clock a.m. and spend an hour or two in prayer before they go to their work. Христиане в Корее встают в 4 или в 5 утра и посвящают молитве час или 2 часа, прежде чем они пойдут на работу. When Korean Christians have an opportunity to go away, they don't go to their dachas.
А когда у корейца, у христианина есть возможность отдохнуть или куда-то выехать, то он не отправляется в сад-огород или на дачу. They go to prayer mountain. Они идут на гору, они идут на гору, молитвенную гору. And they'll close themselves in tiny little rooms and pray for days. Там у них есть специальные такие молитвенные кабинки, маленькие такие комнатки, где они могут оставаться на протяжении нескольких дней и молиться. Why do they do this? Почему они уделяют этому большое внимание? Well, I've learned that a large part of this came from a great revival that came to Korea in the year 1905. Я знаю, что это произошло в результате того, что в Корее было великое пробуждение в 1905 году. And that revival came out of a commitment to prayer. И вот это пробуждение стало результатом посвященности молитве. And Koreans came at that time to understand that prayer is the foundation of the Christian life. И тогда корейцы сделали для себя следующий вывод, что основанием христианской жизни является молитва. And they still devote themselves to prayer. То есть они до сих пор и в наши дни так усиленно молятся. Now in my country, в моей стране, we find that what we emphasize, I think perhaps even too much. Я думаю, что очень большое, может быть даже излишнее внимание мы уделяем следующему. Is the blessing that comes to God when we follow Him. Мы говорим очень много о благословениях, которые наследуют те, кто следует за Господом. And I think it's wonderful that we can experience God's blessings. Я, конечно же, очень рад и счастлив, что мы можем испытывать эти благословения в этой жизни. Unfortunately, too many of us put emphasis on the material blessings that come. К сожалению, очень многие христиане стали уделять больше внимания материальным благословениям, которые исходят от Бога. And now we're finding that we can be materially blessed, but not necessarily be spiritually blessed. Теперь мы приходим к такому выводу, что у людей может быть материальное благословение, а духовного благословения они не получили. Yet we find that again in my country, where we have emphasized how God blesses, especially as we live our lives for Him. Очень часто именно в нашей стране мы делаем ударение на том, что Бог благословляет того, кто следует за Ним, кто живет ради Него. That if we work hard and поэтому мы призывали к тому, что нужно трудиться для Него, serve больше, God faithfully, что нужно верно служить Ему. He will bless us. Обещая при этом, что Он благословит. But we don't find Christians in America putting a great deal of emphasis on suffering. Американские христиане не уделяют большому вниманию учению о страданиях. We don't find a great emphasis on prayer. Молитве они также не уделяют столь большого внимания. Most of our churches, if we have prayer meetings, only a small number of people will attend. Если в церкви проводится молитвенное собрание, то не так много людей придет на него. Of course, what I'm saying is that again, even though we may be in general theological agreement. Что я хочу сказать, если в основных каких-то вопросах, богословских вопросах, у нас может не быть разногласий. We still express our faith in slightly different ways. А все равно выражение и проявление нашей веры в разных странах различны. And I find that in my life, because I've had the privilege of traveling to many parts of the world. Я открыл для себя в своей жизни, благодаря тому, что у меня все-таки была такая возможность посетить очень много стран в мире. And worshiping with God's people in these various regions. То, что у меня была возможность поклоняться Богу с разными народностями в разных частях света. That it has actually strengthened me in my faith. То, что вот эти вот различные аспекты, они в общем-то укрепили и мою веру. Where I can be thankful for the blessings that God has given to me and to my family in America. С одной стороны, когда я живу в Америке, я могу быть благодарен Богу за то, что Он благословляет меня и мою семью. I can see that true blessing cannot be described in material terms. Я понимаю, что истинное благословение нельзя описать материальными вещами. And from the Chinese, I can learn the importance of being willing to face hardship and suffering if that should be my lot. Когда я нахожусь в Китае, я понимаю, что я должен научиться и должен быть готов к испытаниям, к страданиям, если такая участь выпадет на мою долю. And from the and from the Koreans, I can learn the importance of
Prayer is the foundation. А когда я в Корее, то я вспоминаю о том, что и для жизни, и для служения необходимо молиться. And from you, from here in Russia. Когда вот я в России, я тоже могу научиться. I see the value of committing myself to a ministry and working. Научиться ценности того, что нужно посвящать себя труду, нужно посвящать себя служению Господу для Его славы. And I think we can all learn from each other as Christians worldwide. Я думаю, что христиане в разных частях мира могут многому друг у друга учиться. But when we look at this in the sense of history, how do we assess the world that in which the early church grew. Но сейчас мы с вами переходим к древней истории, и нам нужно понять тот мир, в котором появилась ранняя церковь. Каким был этот мир? Как мы можем его оценить? And how did that world influence the early development of Christianity? А каким образом этот мир, то общество, могло повлиять на развитие раннего христианства? And one thing we should note is that the Christian church was born in a world that was already old, historically speaking. Мы с вами должны заметить следующее, что церковь появилась или родилась, можно сказать, в том мире, который уже был стар с точки зрения истории. Great empires such as Egypt, Sumer, Babylon, many centuries in the past. Дело в том, что уже была очень богатая история. Были великие империи. Они процветали и потом падали. И Египет, и Шумер, и Вавилон, и Ассирия, и Персия, и Греция. Они существовали много веков назад. And now it was Rome that was experiencing its glory days. Теперь время славы наступило у Римской империи. The Roman Empire ruled the known Western world almost exclusively during the first 500 years of Christian history. Дело в том, что Римская империя правила или управляла всеми известными территориями западного мира почти безраздельно, исключительно все было в ее власти на протяжении 500 лет. And so when we consider the world of the early church, и поэтому, когда мы с вами говорим о мире, в котором появилась ранняя церковь, в основном мы с вами должны представлять себе мир Римской империи. That's why you see, even as you've been reading in your text, the influence that the Caesars had on the early Christians. И именно поэтому, если вы начали читать учебники, вы видите, что там говорится о римских императорах и о том влиянии, которое они оказали. Yet we should also note that it was not only Rome that had a part in the shaping of Christian history. Но в то же время мы с вами должны понимать, что не только Рим играл роль в формировании раннего христианства и ранней церкви. The Jews and the Greeks also had a profound effect on Christian teaching. Естественно, что евреи, а также греки повлияли на христианское учение. And even the local state religions and so forth. Даже государственные религии, которые существовали в то время, оказали свое влияние. And yet, as we consider the various influences on the early church, we need to begin with a look at Rome. А естественно, что когда мы будем говорить о том, что же повлияло на историю ранней церкви, мы должны начать с Римской империи. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Let's consider the growth of the empire. Давайте поговорим сейчас о том, какие территории принадлежали Римской империи, как она разрасталась. At the birth of Jesus, Rome was about 750 years old. Когда родился Иисус Христос, то история Рима уже насчитывала 750 лет. By the year 265 BC, к 265 году до Рождества Христова, до нашей эры, about 500 years after a small village was established
On the banks of the Tiber River in western Italy. А это было 500 лет спустя после того, как маленькая деревня появилась на побережье реки Тигр. Rome ruled all of Italy. А в западной Италии Рим уже стал править над всей Италией. And from there it reached out westward and then eastward and even northward. А после этого они двинулись на запад, потом на восток, а потом уже и на север. So that by the time of the birth of Christ, поэтому ко времени рождения Иисуса Христа, the Romans ruled all of the known Western world. Можно сказать, что Римская империя господствовала над всем известным тогда западным миром. Every inch of the shores of the Mediterranean Sea were ruled by Rome. Каждый сантиметр на побережье Средиземного моря принадлежал Римской империи. In 63 BC, в 63 году до Рождества Христова, Palestine came under Roman control. Палестина также попала под контроль Римской империи. It was at that point that Rome annexed, as answered Natalia's question, Rome annexed Palestine into its empire. А именно вот в этот период Палестина была захвачена Римом, а Рим присоединил ее как провинцию к себе. Though it did not become a Roman province until AD 6. Хотя вот такое вот название, Римская провинция, она получила только в 6 году уже нашей эры. When Jesus was about 12 years old. Тогда Иисусу Христу было 12 лет. Now the Roman rule of the West led to a lengthy period of peace that came to be called the Pax Romana, or the Roman Peace. То, что Рим правил так долго над всеми этими западными территориями, привело к такому явлению, которое называется Pax Romana, или Римское перемирие.